считаю, что необоснованно, скорее всего. Почему? Потому что все-таки, ну, у нас же страна дотационная, ну как. Поэтому тут такая ситуация, что подорожание еще больше усугубит то, в каком сейчас, ну, положении находится наше общество непосредственно в Крыму. Поэтому считаю, что это очень необоснованно. И, ну, в общем, будем ходить пешком, скорее всего. Автобусы забиты, дороги, ну, в пробках. Ездить некомфортно, и за это отдавать 17 рублей, это, я считаю, это дорого. Негативно. Потому что это много. Я считаю, что проезд должен быть доступным также для среднестатистических граждан. Поэтому отрицательно. Ну, цены на запчасти очень дорогие. 13 рублей – это вообще мизерный проезд. Я не знаю. Очень мало. Все дорожает. Вы возьмите, топливо подорожало буквально за 2 месяца на 30-40 копеек. Но как еще раз? Вот почему не должно быть обосновано это все? Топливо 52 рубля на заправке. Вот по 40, по 50 литров машины в день в среднем расход. Вот посчитать тогда уже. И кучу льгот. Льгот просто немерено. Нас устраивает и 13. Одни домовики ездят. Хоть повышай, хоть не повышай.